Стереоусилитель Yamaha модель AX450. Третий из всех в последнее время, которые я вот записывал. Вчера писал ТИК AX3030, сейчас только что записывал Акаи AM35 и вот этот вот AX450. Все выпускались в одно и то же время, в 91 году. Мода была тогда сильно мощная, не пулять, это своя линеечка была. У этого также мощность 75 Вт при 8 Ом. Соточка идет на 4 Ом. Усилитель на транзисторах. Такое расположение, как двойной моно, но не двойной моно. Значит, на борту имеет фонокорректор MMMC. Вот ручка громкости, переключатель селектора входов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, как и там, там и там, везде все по 6. Обход тимброблока, кнопочка, так, включим его, также сработает релюшечка, сработала. Вот схемотехники примерно у них у всех одинаковые, поют примерно все одинаковые. Кто любит Yamaha, берите Yamaha. Кто любит Акаи, берите Акаи. Кто любит ТИК, берите ТИК. Так, значит, кнопочка включения, микрофончики, не микрофончики, наушники 6,3, два входа на акустику, вернее, переключатели входов, вернее, выходов на акустику. Значит, они там реализованы на закрутках или бананы. Сопротивление у этого усилителя от 8 Ом, 8-16. Это А8, Б8. Если АБ, то, извиняйте, 16 надо. Бас Treble Lutchizer, Subsonic фильтр есть. Есть обход Direct. Также вот как на всех обключает и тимброблок, и баланс отключает. В общем, все. Нет у него ни левого, ни правого. Напрямую идет сигнал с сидюка. Лоннес фирменный. Ямаховский такой, с прибавлением баска. Ну, это расширение на малогромкостях. Значит, селектор входов я сказал. И коммутатор. Что-то поскромничали они с ручечкой такую, затычечку воткнули. Могли бы такую же крутилочку сделать. Вот. И, собственно, переключатель MMMC. Картриджи. Значит, фонокорректор у него может обслуживать картриджи, поддерживать как MM, так и MC. Вот она, грядка входов. Здесь, значит, удобненько. Не надо там тыркаться, мыркаться, земелька. И переключение. Не переключение, а подключение фонокорректора. Тут, господи, виниловый проигрыватель. Вот такие вот у него подсоединения на закруточках, как я сказал. Вот такой серийный номер производства Made in Japan. Также питание у него... Вот, 220 вольт, хвост несъемный, состояние великолепное, отлично великолепное. Так, ну включаем, слушаем. На директе. Также поставим даже меньше восьмерочки, девятки. А как-то она... S90 порвет, как тузи грелку. Так, ну ладно, отключаем его. Баланс правый канал. Левый канал. Is you, that's true.
На этом все. Вот такой вот аппаратик Yamaha AX450. Производство Made in Japan. Питание 220 вольт. Спасибо.